Спонсор проекта – компания «Сапфир». «Сапфир» – наши лучшие рекомендации. Доброго времени суток! С вами снова Технокухня. Компания Silverstone поделилась с нами своей новинкой. Давайте ее рассмотрим. Сейчас становится модным винчестеры хранить отдельно от работающего компьютера, на котором остается только твердотельный накопитель под систему и программы. Тем самым мы убираем лишний шум, ведь, как правило, в простое наиболее шумными остаются жесткие диски, которые к тому же вибрируют. Не всегда пользователю нужен массив фильмов, музыки и личных видеозаписей, так что внешнее хранилище можно и отключать, экономя энергию и опять же снижая общий шум. Новинка от Silverstone вмещает в себя всего два накопителя. Но учитывая поддержку 4 терабайтников, общий массив 8 терабайт выглядит также внушительно. Можно установить большую коллекцию игр, в том числе со Steam. Внешнее хранилище можно использовать и с NAS, тогда оно станет доступным всем компьютерам дома. Чем сразу поразил накопитель? Своим тяжелым весом. Дверца тоже стальная. Второе, что радует – простота. Очень легко, без отверток монтируются винчестеры. Далее очень просто. Поворотом рычажка выбирается RAID-режим. А это еще один плюс конкретного внешнего хранилища. Система может видеть диски, как обычно, раздельно. Еще можно сделать так, что будет виден один большой винчестер, состоящий из двух маленьких. А после форматирования станет доступен скоростной режим RAID 0 или режим сохранения зеркалирования информации RAID 1. Вы можете видеть скорости работы в разных режимах. Поддерживаются только самые скоростные внешние интерфейсы USB 3.0 и eSATA. Если на вашем компьютере только USB 2.0, тоже работать будет, но со скоростью не выше 32 МБ в секунду. Аппарат покоится на мягких ножках, снижающих вибрацию. Что еще нравится? Тихий, незаметный в работе даже ночью вентилятор, который к тому же отключается при невысокой температуре винчестеров. Такой была новинка от Silverstone, наша награда золота. С вами была Арина, всем пока!